Ой, вообще, об этом не хочу говорить, потому что даже то же видео, которое ты мне прислал, я его не посмотрел, а когда хотел посмотреть, его уже удалили, понимаешь? Суть о том, что миллионы просмотров, делать выводы, кто эти миллионы. Это деградация нации идет. Об этом говорить? Помню, как ты первый турнир в Москве был, вышел боец из... Ну, это записывать не надо. Данила Рэгбист против Зелимхана Пулеметчика. Правда, что я принимал было такое, участие. Что еще до судейства ты, когда выступал, тоже дрался на голых кулаках, без перчаток, без накладок. Нет, ну я не спорю, да, это была такая история. Мы, знаешь, может быть, даже предложить аудитории задавать эти вопросы? Которые мы будем с тобой обсуждать.